Здравствуйте, дорогие друзья. Вот смотрим еще раз, читаем. Первая печатная книга появилась в Китае свыше 1100 лет тому назад. Там же, где была и создана и первая бумага, причем на листах писали духовные практики для достижения просветления духовного для человека. Книга все обо всем. То есть первые листы были созданы тоже в Китае. И раньше создавали книгу. Как они создавали? Сначала у них были созданы листы, и далее они вели запись вручную на этих листах. Зачем? А потом начали печатать. Пожалуйста. То есть. А это вот самая ядовитая змея, она заключает человека. Да. А это вот ритый. Всем пока. Есть над чем подумать, да, друзья? Да. Да.